Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Год назад у жителей Мариэл появилась возможность подключиться к услуге, расширяющей границы обычного телевидения. Интерактивное ТВ от компании Ростелеком – это новое слово в развитии телекоммуникационных технологий. Цифровое качество картинки – около 180 каналов, в их числе каналы в формате HD, а также огромный спектр дополнительных услуг, таких, например, как управление просмотром, возможность записать любимый фильм или программу, возможность заказать и посмотреть новинки мирового кино и многое-многое другое. На днях в Йошкар-Оле услугу интерактивное ТВ подключил 10-тысячный абонент, который получил ценный подарок в честь этого знаменательного события. Алексея Белоусова, как выяснилось, с Ростелекомом связывают уже долгие и хорошие отношения. Алексей, как давно вы являетесь абонентом Ростелекома и какими именно услугами пользуетесь? Ну, больше 10 лет. Первая услуга — мобильный телефон, но в дальнейшем интернет, домашний телефон и из последнего — интерактивное телевидение. Ожидали ли, что станете 10-тысячным абонентом и получите призы? Нет, конечно, не ожидал. А какие эмоции по этому поводу испытываете? Ну, сперва сомневался, не шутка ли, не розыгрыш. Вот сейчас убедился, действительно, рад. С самого начала интерактивное ТВ от Ростелекома вводилось как услуга, которая должна быть доступна максимальному количеству жителей Мариэл, даже в самых отдаленных районах республики. Так и случилось. За неполные 8 месяцев число абонентов, подключивших телевидение нового поколения, выросло в 5 раз. Мы начали предоставлять эту услугу, интерактивное телевидение, в 2012 году. Причем мы ее начали предоставлять на всей территории республики, как в городе Йошкар-Оле, так и в других населенных пунктах республики. Предоставляем в таких местах, где ее не предоставляют другие операторы. То есть даже в тех местах, где есть определенные трудности с приемом даже эфирного телевидения. Вот. И если в 2012 году на момент запуска услуги, где-то к концу года у нас было порядка 2000 абонентов, то сейчас мы подключили 10-тысячного абонента. Присоединиться к семье интерактивного ТВ от Ростелекома очень просто. Для этого достаточно оставить заявку по телефону в Йошкар-Оле 44 17 17 или обратиться в любой из офисов продаж и обслуживания Ростелеком. Все подробности на сайте rt.ru. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.